Никаких «но». Ты забыла, что у тебя парень есть. Да он мне не нужен. Я его не люблю. Я тебя люблю. Не любишь? Не нужен, значит? Хорошо, хорошо, я понял. Юль, я тебя... ненавижу! Ты мне всю жизнь испортила! Так что отстань, пожалуйста, меня там девушка ждет. Меня задолбала эта сладкая парочка. И не говори, я их так ненавижу. Да, надоели эти сюси-пуси, противно. Фу! Я просто мечтаю о том, чтобы Юля шла по улице, увидев что-то страшное, и у нее выпали все волосы. Чтобы она стала страшной, все от нее отвернулись. Да, а я мечтаю о том, чтобы Рома играл с пацанами в футбол, и на него упал, например, самолет. Самолет? Я, конечно, все понимаю, но это нереально. А пофиг! В фантазиях все реально. А я хочу, чтобы у Юли были одни двойки. Вот слез будет у нашей отличницы. Или чтобы Рома стал невидимый, и чтобы про него все забыли. Рано или поздно мы им отомстим так, что они пожалеют обо всем. Мы справимся со всем вместе. Поняла. Гриш, ты забыл, что любишь меня? А тебя это волновать не должно. Да, любимая? Да, любимый. И вообще, это не твое дело, заморашка. Чё ты сказала? Что слышала? Ты понимаешь, что происходит? Если честно, не особо. Может, они специально притворяются? Да нет, зачем им это? Блин, странно как-то это все. Надо срочно что-то делать. Все мальчики этого класса должны бегать только за мной. Не могу поверить, что Гриша начал встречаться с Лерой. Она же страшная. Юль, ты о чем задумалась? Да так, ни о чем. Просто тему прошлого урока вспомнила. А, ясно, ясно. Здравствуйте, Беатриса Ивановна! Что ж, дети, садитесь. Сегодня без проверки домашнего задания не будем терять времени. Надеюсь, все повторили последние темы. Сегодня мы пишем контрольную. Ну блин, опять! Так, отставить нытье. Сказали контрольная, значит контрольная. Соня, раздай всем двойные листки. Так, кому раздали, могут писать уже свою фамилию, вариант и приступать к работе. Прошло 40 минут. А, блин! Время вышло, сдаем работы. Подожди секундочку, еще чуть-чуть дописать осталось. Никаких секундочек. На контрольную работу было рассчитано 40 минут. Передаем работы, передаем. Ну что ж, это был последний урок на сегодня. Можно собираться и идти домой. До свидания. До свидания, Беатриса Ивановна. Гриш, проводишь меня? Портфель очень тяжелый. Ради тебя все что угодно. Стойте! Че тебе? Я хотела с тобой поговорить. Ну так говори. Наедине. Ладно, Лер, ты иди, я догоню.
Мне кажется, я поняла, кого люблю по-настоящему. Гришу. Рома мне совсем не нужен. Он козел и не обращает на меня внимания. А вот Гриша... Ну что ты хотела? В общем, тут такое дело. Давай ближе к сути, не томи. Короче, ты мне нравишься. Чего? Не смешно, я пошел отсюда. Да постой ты! Ты думаешь, что я опять поведусь на твои дешевые розыгрыши? Да не шучу я, это правда. Тогда зачем ты меня постоянно отшивала? Ты думала, если ты сейчас так резко признаешься, я снова буду за тобой бегать? Ошибаешься, поздно. Но... Никаких «но». Ты забыла, что у тебя парень есть. Да он мне не нужен. Я его не люблю. Я тебя люблю. Не любишь? Не нужен, значит? Хорошо, хорошо, я понял. Юль, я тебя... Ненавижу! Ты мне всю жизнь испортила! Так что отстань, пожалуйста. Меня там девушка ждет. Соня, постой. Что-то случилось? Сонь, слушай, давай в кино завтра сходим. Это что, шутка какая-то? Не смешно. Я серьезно. Серьезно? А как же Юля? У вас что-то случилось? Да нет, у нас все хорошо. Она не против. Ну ладно. Давай в 7 с тобой зайдем. Окей.